вперед! Приготовиться к открытию огня! Орудия! World of Warships. Не вижу особого смысла разглагольствовать, насколько хороша эта игра. Насколько круто здесь воссоздана суровая вселенная Второй мировой, и насколько реалистичным получились корабли, которые, кстати, полностью соответствуют реальным прототипам. Игра для настоящих мужчин. Слабакам тут не место. Чтобы уничтожить всех вражин, нужна не абы какая смекалка и хладнокровный дух капитана. Вы должны хорошо знать все слабые и сильные стороны своего корабля, уметь просчитать действия соперника на несколько шагов вперед и, самое главное, не дрейфить. И сегодня речь пойдет о замечательном эсминце Японии второго уровня Умиказа. Но прежде чем о нем начинать рассказывать, я бы хотел напомнить, чем же отличаются эсминцы США и Японии. Ведь именно с Умиказа и начинаются японские эсминцы. Итак, первое и самое существенное отличие – дальность хода торпед. У японцев она на порядок выше, и уже начиная с того же Умиказа она составляет целых 8 километров. Когда у американцев почти в два раза меньше и всего лишь 4,5 километра на втором уровне. Второе значительное отличие – маскировка. И тут снова побеждают японцы. На самом деле кажется, что разница небольшая – от 2 до половины километра. Но на практике в бою даже это кардинально меняет стиль боя, да и многим упрощает игру на японцах. Ну, а если собрать все это в кучу, то сразу представляется следующая картина. Эсминцы США, как суровые герои каких-то вестернов, всегда идут на рожон в ближний бой, балансируя на грани между выживанием и нанесением урона. А японцы, как некие ниндзя, остаются всегда невидимые для противника, но тем не менее постоянно наносят болючие удары своими торпедами.